Доброе утро, уважаемые радиослушатели и телезрители. В эфире программа «Геван». Мы работаем в прямом эфире. Вы можете присоединиться к нам по номерам телефонов 320066 321166. Сегодня для вас работаем мы, редактор Наталья Сметанина и режиссеры прямого эфира Мария Новгородова и Екатерина Гоголева. И сегодня у нас в студии гость, заведующий кафедрой арктическое право и право стран Азиатско-Тихоокеанского региона, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Республики Саха-Якутия Анатолий Николаевич Слепцов. Доброе утро, Анатолий Николаевич. Здравствуйте, уважаемые жители. Наталья Дмитриевна. Да, очень приятно вас сегодня встретить после долгой пандемической вот истории, эпопеи нашей. Анатолий Николаевич, Арктика сегодня у всех на слуху, на виду. Мы говорим много об Арктике. Создаются новые проекты арктические, школы называются, появляются школы арктические. Скажите, идея создания кафедры арктического права, скажем так, да, и права стран Азиатско-Тихоокеанского региона, очень такое длинное и сложное название у кафедры, когда появилась такая идея в университете, кто ее продвигал, как, в каком году была создана сама кафедра, история создания? Ну, начнем с того, что я в университет поступил работать в 2011 году, и ректор в то время Михайлова Евгения Исаевна попросила организовать центр устойчивого развития Арктики, который бы занимался научными исследованиями в Арктике, обеспечивал бы ее как бы работу в то время члена Совета Арктики и Антарктики Совета Федерации Российской Федерации. И вот потихонечку мы начали работать. Постепенно расширялся круг всего научных исследований. Мы уже начали выступать с лекциями не только у нас в России, но и за рубежом. И молодежь очень заинтересована была в том, чтобы получить знания об Арктике. Угу. В то время об этом почти ничего не говорили, но такой был запрос, вызовы времени и так далее. Поэтому мы предложили создать кафедру арктического права. Тоже это, что такое арктическое право, я попозже скажу. И право стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Вроде бы, как они связаны, Арктика и Азиатско-Тихоокеанский регион. Ну, начнем с того, что у нас на севере Арктика, на востоке Азия. И наши связи международные, это с Японией, с Южной Кореей, с Китаем, и вообще азиатскими странами, где производится сегодня львиная доля товаров, услуг. И, конечно, интерес в том, чтобы изучать правовые системы азиатских стран, которые мы раньше-то и не знали, честно говоря, хорошенько. И вот этим мы начали заниматься в 2015 году, когда создали кафедру арктического права и права стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня уже прошло 5 с лишним лет. Хочу сказать, что кафедра себя показала довольно достойно. При кафедре уже реализуются две магистратуры. Одна магистратура называется «Арктическое право» и «Международная магистратура». Право охраны окружающей среды. Таким образом, мы сегодня ведем занятия на трех языках. На русском, английском, французском. Анатолий Николаевич, арктическое право, чем оно отличается от любого другого права? Почему именно называется арктическое право? Что входит в это понятие? Ну, если ты как юрист скажу, что вот вы, наверное, знаете, да, что вот конституция, конституционное право, уголовное право, гражданское право, это как бы понятно было, да? Но дело в том, что в рамках вот сегодня, когда мир стал очень многополярным, глобализация и так далее, и те юридические знания, которые в рамках конституционного права, гражданского права, полностью не могут как бы обеспечить вот жизнедеятельность людей. Поэтому, особенно в Арктике, потому что Арктика сегодня это регион новый совершенно, с экстремальными природно-климатическими условиями. И, естественно, проживание в Арктике
образование, социальная сфера, просто работа, она требует особого подхода. Потому что чисто если взять право как таковое, да, если взять чисто римское право, она говорит, что право должно одинаково быть и в Африке право, и в Москве, и в Якутии, и в Арктике. Но дело в том, что не может быть равные возможности людей, проживающих в разных регионах. Например, человек, который живет в Арктике, к примеру, да, у него расходы в 2 раза больше, 3 раза больше, чем человек, который живет в Сочи, например, в Москве. Там достаточно, допустим, к примеру, 15-20 тысяч можно зиму пережить, да? А нам необходимы унты, там, теплая одежда и так далее. И зима у нас на 12 месяцев. Плюс проблемы с транспортной доступностью, медициной, образованием и так далее. И в рамках вот того традиционного права эти вопросы невозможно решить. И, естественно, право сегодня должно учитывать специфику Арктики. Это касается вопроса труда, отдыха, ну и других. В советское время такие же, такая специфика была же. Люди получали двойную заработную плату, коэффициенты, оплачивался проезд и так далее. И я считаю, что пришла необходимость вернуться к этим, как бы сказать, к историческим тем моментам, чтобы наше государство регулировало эти вопросы с точки зрения социальной справедливости. Чтобы человек, который живет в Арктике, и человек, который живет в Москве, не чувствовали себя оторванным, например, от другого мира. Угу. Антон Николаевич, Арктика для нас родной дом. И мы с Арктики, из Арктики, из севера никуда не переедем жить. Однозначно будем жить и работать. И поэтому появление кафедры, которая выпускает специалистов именно арктического права, это очень своевременное требование, скажем, времени на ответ на вызовы общества. Да, арктическое право, если коротко сказать, оно призвано, чтобы обеспечить качество жизни людей, проживающих в Арктике, природно-климатических условиях, посредством mm-hmm. права. И еще хочу отметить, что не только арктическое право. Наша магистратура, я вам уже говорил, изучает право охраны окружающей среды и экологической безопасности в Арктике. Это тоже очень важный вопрос, который сегодня, этот вопрос стоит не только в Арктике, во всем мире. И поэтому те знания, которые мы даем своим студентам, магистрантам, они востребованы. Не только у нас в России, но и в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе. Антон Николаевич, а сколько за вашу педагогическую деятельность выпустили студентов, выпускников? Да, вот если те студенты, которым я был научным руководителем, то около 300 человек. Они очень востребованы сегодня, работают в Москве, даже в ассоциации нашей Северо-Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Некоторые проживают и работают в Норвегии, Нидерландах, в Париже. То есть наши ребята, которые прошли через кафедру арктического права, сегодня востребованы. Угу. И ведь самое главное, образование же не просто так образовано. Мы считаем, что образование – это новые знания. А новые знания – это, как сказать, другой уровень жизни должен быть. Другой уровень жизни, да. И продукт, который востребован, за это платят хорошо. Да. Антон Николаевич, а про магистратуру, если говорить, вы руководите, сказали, что у вас 2 магистратуры. Это арктическое право и международное. Право охраны окружающей среды, международное. Как поступают туда? Сколько было у вас уже магистрантов? Магистратуру мы открыли в 2019 году. В прошлом году выпустили первый выпуск. 14 человек. Из них 3 француза. И хочу отметить, что вот эти выпускники не просто как бы закончили магистратуру. Они сдавали экзамены представителям органов государственной власти. В экзаменационной комиссии у нас представитель «Газпрома», общественных организаций, представители крупных компаний, такие как «Газпром», и так далее. И они вот те, я с удовольствием таким смотрел, как они, вот эти наши экзаменаторы. Антон Николаевич, я извиняюсь, перебиваю вас, у нас звонок. Алло, здравствуйте.
Да, алло, да. Здравствуйте. 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 Слушаем. Мен маннык ба простах пунса уахмен. Ака херим те то артистеске улустар генден ден араранга ахмен. Ону те итар. Спасибо, Антон Николаевич. У нас зритель спрашивает, почему разделили на арктические и центральные районы, в чем была потребность такая? Это чисто экономический вопрос. Дело в том, что 13 арктических улусов, они находятся на севере, и у них нет круглогодичной транспортной доступности. Они оторваны от Якутии, от России. Туда летают только самолеты. Естественно, уровень жизни в арктических улусах, районах очень тяжелый. И, конечно, необходимо федеральное финансирование, чтобы обеспечить качество жизни людей в этих суровых условиях. Ну, если один раз в год видят картошку, лук, и десяток яиц стоит 30 штук, ну, ячейка ей стоит 1000 рублей, если даже еще и больше. Что говорить, какое сравнение с центральными районами, да? Да, особенно вот в условиях пандемии. Угу. У нас продукты, например, в Якутске выросли 2 раза практически, да? А на севере они выросли 4 раза. Представляете? То есть заработная плата вот там людей 300 тысяч, а если картошка стоит 1500, допустим, фрукты, овощи несколько тысяч. То есть люди не могут себе позволить купить самое элементарное. И продукты, и товары, и так далее. И государство в этом плане, как социальное государство, должно оказывать поддержку людям, проживающим в таких сложных условиях. И именно вот арктическое звание помогает нашим жителям, которые живут далеко, как-то выживать. Даже можно такое слово, наверное, использовать, да, выживать? Да, я бы не сказал, что выживать. Просто, наконец, у государства появилась возможность оказывать финансовую поддержку вот этим регионам, районам. Например, сегодня отремонтировали аэропорты. Раньше там же это практически было заброшено. Сегодня, например, уже принят федеральный закон о государственной поддержке предпринимательных действий в Арктике, к примеру. Созданы специальные министерства, которые оказывают поддержку вот этим людям. Хорошо. Будем надеяться, что это продолжится, будет развиваться. И, естественно, не только наши арктические будут защищены районы, но и центральные районы, улусы тоже будут иметь. Естественно. Спасибо, конечно, большое. Ага, уходим на короткий перерыв, на рекламу. Доброе утро, уважаемые радиослушатели и телезрители. В эфире программа «Гева». На микрофоне я, редактор Наталья Сметанина. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете присоединиться к нам по номерам телефонов 320066, 321166. И у нас сегодня в студии заслуженный юрист Республики Саха-Якутия, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой арктическое право и право стран Южно-Азиатского... Азиатско-Тихоокеанского региона Анатолий Николаевич Слепцов. Да. Еще раз доброе утро, Анатолий Николаевич. В первом блоке мы говорили о том, поступил вопрос о том, почему поделили республику на арктические центральные районы, да? Для чего это было сделано. Мы говорили о кафедре, истории создания кафедры арктического права. Сейчас бы я хотела узнать у вас, какова поступаемость, какие студенты к вам приходят, абитуриенты, конкурс, наверное, очень большой. И насколько ребята нацелены на учебу и продолжают ли они дальше в магистратуры? Спасибо за вопрос. Хочу отметить, что знания, любые знания, сегодня товар. Еще раз повторяюсь, за это платят, она востребована. И помимо наших студентов, молодежи России, к нам в кафедру поступают и иностранные студенты, которые тоже хотят знать, получить знания об Арктике. К примеру, вот я вам уже говорил, в прошлом выпуске у нас было 3 студента, то в этом году 17 студентов из Франции написали заявление на поступление в нашу международную кафедру. Представляете? И они приедут сюда и будут у нас учиться? Есть определенные сложности с пандемией, но руководство
университета, ректор, нам твердо сказал, что если мы обеспечим ковидные условия, защита у них там и так далее, то они могут к нам приехать, пожить в общежитии нашем, так, и закончить курс у нас. Потому что дело в том, что они же получают два диплома в международной магистратуре арктического права. Студенты, магистранты получают два диплома. Один диплом российский, Северо-Восточного федерального университета, магистр юриспруденции. Второй – магистр юриспруденции европейского образца диплом, который им позволяет работать во всем мире, и в Европе, и в Америке, и так далее. Понимаете, какие прекрасные условия? И хочу отметить, что не только к нам французы приезжают. Да и наши. Да и наши студенты на втором курсе учатся в Париже, в университете Версаля. Я рад за них. Получают два диплома. И некоторые уже остались там работать, вот, которые в прошлом году закончили учиться. В этом году у нас выпуск будет 10 человек российских студентов, целевики, так называемые, которые учатся по целевой подготовке. Значит, за них платит наше правительство. Эти студенты востребованы для работы в арктических улусах. 10 человек. У них подписаны договора. То есть уже как бы по заказу каких-то предприятий, да, или районов, да, ребята поступают и получают целевое обучение. Да. Потому что согласно постановлению правительства Республики Саха-Якутия, у нас существует целевое обучение, когда Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия собирает заявки с предприятий, с министерств и ведомств, органов власти и формирует такую, как сказать, студентов, которые оплачивают учебу из бюджета республики. Но в основном, конечно, это технические специальности, инженерные, но гуманитарные тоже. Вот я вам говорил, что вот сегодня в этом году выпускается 10 целевиков. Я думаю, что они им пригодятся, их опыт, такое знание в Арктике. Да, конечно. Тем более, что ребята уже уверенно вступают во взрослую жизнь после университета. Они уже могут спокойно трудоустроиться. С очень редким, с редкой специальностью арктическое право, она будет в ближайшие годы очень востребована. Да, и хочу отметить, что магистратура, как такого, как ступень высшего образования, необходима сегодня. Особенно для тех людей, которые хотят сделать карьеру в органах государственной власти, прокуратуры республики, правоохранительных органах. Там уже сейчас без образования магистратуры невозможно стать начальником отдела там, и расти в карьере. То есть у нас сегодня даже работают люди, которые непосредственно трудятся в правоохранительных органах в том числе. Антон Николаевич, а насколько конкурс большой бывает при поступлении? Наверное, большое, потому что места-то ограниченные. Да, ограниченные. Это из тех возможностей, которые у нас на сегодня есть. Это связано и с пандемией тоже в том числе. Но хочу сказать, что там у нас в основном поступают ребята, которые направлены арктическими улусами, например, да, к примеру, с каких-то предприятий, например. А, целевики. Целевики, да, непосредственно. По целевым этим направлениям. Какие сдают экзамены? В основном это междисциплинарный экзамен. Там мы заранее им отправляем ответы, то есть вопросы, на которые они ответят. В основном они относятся к теории государственного права, основам права. Юристы сдают чуть-чуть экзамен посложнее, который есть. И самый нижний порог 60 баллов нужно получить, чтобы пройти отбор. Антон Николаевич, на какие темы выбирают наши выпускники арктическое право? Очень хороший вопрос. Темы, на которые пишут наши магистры, научные свои диссертации магистерские, в основном мы получаем из правительства. Министерство по развитию Арктики, например, нам направляет перечень вопросов, тем, на которые бы они хотели, чтобы наши студенты провели научное исследование и защитили магистерскую диссертацию. И получают это не просто знания, да, а прикладные знания, которые необходимы сегодня в республике для экономики, для вообще развития районов, в том числе и Якутии. Вы же знаете, что не секрет, что наши студенты, которые проживают в Якутии, сегодня самые
можно сказать, подготовлены в части в том, чтобы предлагать свои научные идеи по вопросам развития Арктики. И я, когда бываю в Государственной Думе и так далее, там даже специально мы организовали в свое время ежегодный какой научно-студенческий семинар, или как-то можно сказать, и конференция ежегодная «Арктика. Новые возможности». Там половина и даже больше половины ребят, которые пишут туда работы свои, это наши студенты с юридического факультета. Я знаю, что вы часто читаете лекции иностранных вузах, за границей, на английском языке. Насколько это сложно и что хотят услышать студенты других вузов? Знаете, что вот меня что удивляет? Сегодня молодежь, которая живет в Париже, в Канаде, в Японии, Корее, они одинаковые практически, понимаете? Потому что они варятся в одном соку молодежном, в социальных сетях и так далее. Особо таких больших отличий нету. Единственное то, что студенты, например, Франции, к примеру, да, или Японии, например, они более, как бы сказать, напористы в получении знаний. Они более такие, как сказать, более ответственно к этому подходят, к этому, потому что они за вот лекции, которые я там читаю, они же платят деньги. Поэтому при этом хотят получить качественные, да, качественные знания. А если, допустим, им не понравится моя лекция, они нам не платить денег, деньги не будут. А то, что сегодня платят, что меня приглашают ведущие вузы, университеты, научный центр Европы, Азии, это говорит о том, что те научные знания, научные исследования, которые проводятся в нашем университете, в Северо-Восточном федеральном, сегодня востребованы. Угу. То есть впереди планеты всей. Да не сказал бы, что впереди планеты всей. Просто люди, которые проживают в Якутии, они более в каком-то плане социально активны, как гражданское правительство, очень активное. И они хотят внести свой вклад в развитие региона, России. Я горжусь нашими студентами. Угу. Спасибо большое. А чем отличается, вы сказали, что французы и японцы более напористые, они более, больше хотят получить, а наши студенты, они какие? Ну, так сказать, еще, как бы, знаете, вот, видимо, наше еще воспитание российское, когда мы, что дети наши, студенты, они чувствуют заботу родителей там, и так далее, что преподаватель должен им помочь там, и так далее. Там, то есть в этом плане они, поэтому они расхолажены. Uh-huh. А иностранцы знают, что им никто ничего никто не поможет, только сами себя, они могут надеяться только на себя. Вот единственное. Хотя хочу сказать, что девушки наши практически превосходят, наверное, в этом плане даже иностранных студентов. В плане желания учиться, получить знания. Да. Хотят они добиться каких-то успехов в жизни. Это радует, да. Арктическое право, право стран Азиатско-Тихоокеанского региона, очень сложное название. В будущем две магистратуры, кафедра. В будущем как вы планируете развиваться дальше? Если все нормально будет с пандемией, у нас, когда, если мы сможем принимать иностранных студентов, то с следующего года к нам уже мы примем студентов из Китая, Шанхайского университета, и с Южной Кореи, с Японии. Сегодня они, конечно, учатся там 1-2 человека, но в таком массовом плане. Да, и дистанционно. Да, потому что дело в том, что они же за это деньги платят, понимаете? Это университет на этом зарабатывает. Чем больше иностранных студентов, тем университету легче, потому что мы эти деньги можем направить на наших студентов, на их развитие культурное, спортивное, объекты и так далее. Mm-hmm. Потому что сегодня образование не просто такое, как сказать, социальное, но мы еще должны зарабатывать деньги, учить своих студентов зарабатывать деньги. А если мы заговорили о финансах, а дорого ли учиться магистратуре нашей, международной, допустим? Только желание. Mm-hmm. Знание английского языка,
французского языка. Вполне можно потянуть, да? Конечно, подтянуть. Угу. Я вот хочу рассказать, вот, допустим, в прошлом выпуске, да, из 14 человек, магистрантов, было 2 доктора наук. Иванова Татьяна Спартаковна, это она работала в то время первым заместителем Роспреднадзора по Республике Саха, Якутия. Баякова Сардана Ивановна, она руководитель центра Сибирского отделения Российской академии наук. То есть люди с таким опытом посчитали себя необходимым получить образование наше. Спасибо большое, Антон Николаевич. Мы уходим на небольшую рекламу. Напоминаю, уважаемые радиослушатели, телезрители, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете присоединиться к нам по номерам телефонов 3200-66, 3211-66. До встречи после рекламы. С большим удовольствием приветствую наших телезрителей и радиослушателей в программе «Геван». Мы работаем сегодня в прямом эфире. Вы можете присоединиться к нам по номерам телефонов 3200-66, 3211-66. И сегодня у нас в студии заслуженный юрист Республики Саха-Якутия Анатолий Николаевич Слепцов. Еще раз приветствую вас, Антон Николаевич. Mm-hmm. Антон Николаевич, я знаю, что вы являетесь автором уникальных, единственных в своем роде законов, которые действуют у нас в республике, наши республиканские законы. Допустим, закон об этнологической экспертизе, ему в прошлом году исполнилось 10 лет. Это уникальный закон, который дает нам право наравне общаться с большими, с разными промышленными предприятиями на партнерских условиях. Расскажите об этом законе и насколько он сегодня хорошо работает. Спасибо. Дело в том, что вот сейчас в связи с новым освоением, промышленным освоением Арктики и вообще Дальнего Востока, актуальным становится вопрос взаимодействия крупнейших промышленных компаний с коренным населением, населением Якутии, в части как бы возмещение убытков, которые несет промышленность. Там же изымаются земельные участки, оленьи пастбища, рыболовные угодья, сенокосные угодья и так далее, где люди работают, вложили определенные усилия, деньги и так далее. И согласно Конституции Российской Федерации, любой ущерб, убытки должны быть возмещены в полной мере. А, к сожалению, до разработки республиканского закона об этнологической экспертизе промышленные компании не оплачивали ущерб, который наносился вот, кочевникам, оленеводам, рыбакам, охотникам. Ни одного рубля не было выплачено. И мы тогда решили у нас в университете разработать такой правовой акт, который бы учитывал все интересы как промышленной компании, коренного населения, хозяйствующих субъектов народов Севера, обеспечить взаимодействие, координацию усилий. И в 2010 году этот закон был принят в республике нашим парламентом. На сегодняшний день уже проведено 22 государства этнологической экспертизы, которые рассчитали ущерб почти 500 миллиардов рублей. Из них 100 миллионов уже как бы возмещены хозяйственным субъектам. И это касается таких крупных компаний, как «Сила Сибири», помните, да, «Газопром», «Роскосмос», «Роснефть», «Газпром». Я рад, что вот наш региональный закон, который учитывает интересы этих людей, обеспечивает, помогает взаимодействовать на правовых условиях, цивилизованных условиях, значит, сотрудничать промышленные компании. Потому что у нас же в советское время очень хороший опыт был, когда промышленные компании, например, на севере, на крайнем севере, помогали совхозам и так далее. И это, и, кстати, и вот и «Алроса», «Алмаза Набара», и другие компании, которые у нас работают, особенно в Арктике,
они в этом плане несут такую хорошую социальную ответственность в этом плане. А то, что сейчас которые люди, которые новые компании, которые приехали, ресурсодобывающие, конечно, им непонятно, как взаимодействовать вот, с местным населением. И вот наш закон помогает решать эти вопросы. Антон Николаевич, извините, прерываю вас. У нас звонок. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Ага, говорите. Мен арктическая программанан. Ага, говорите. Арча бегет олох доктор бут доктора уларен рэрдяныбын. Угу, спасибо, ага. Вы говорите. А ты студентарка тоайте эхэтити. По поводу? Тохтен? Тохтен тохтабакон, хангаран кебисти вопрос кон. Угу. Ага. Китайтан, Казахстантан, то кадалдери. Угу. Бир сахалар быт, олар быт местелерин улаллар. Угу, спасибо. Видимо, не так правильно поняли наша радиослушательница. Дело в том, что вопрос звучит так: почему приезжают к нам из других регионов, с Казахстана, с Китая или с Кореи, они занимают места наших детей. Имеется в виду, что наши дети не ущемлены ни трудоустройством, ни местами в университете, да? Да, угу. Хочу отметить, что все решает вот экзамен, да, и баллы, которые у них есть. Вне зависимости, где живет человек, там, в Казахстане, в Якутии или еще где. Потому что есть определенный регламент Министерства образования и науки Российской Федерации, который регулирует эти вопросы. Угу. Ну, а что касается только какого-то ущемления, я здесь особого ущемления не вижу, потому что места, которые есть в нашем университете, достаточно, чтобы обеспечить. Нам даже не хватает, мы же практически не полностью даже угу. заполнить. Спасибо. У нас еще один звонок. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это мин махам вопрос бедутинги были. Артика рардыгатья. Оно вала бейн эссе ким гене беребезе. Урут, блин, Артикага Советский Союз сага олар буттар наар осы олагага яқиналар. Оны кайаны беспечеген маполан ол арараларды. Проезд сынатын, бетін нютын олаг ұнырытты вирак отоға тұралар. Сына бүтін өрахан. Оны көрін тоқталы болады. Тоқ үшіме артығы ол бұрақын елде. Ар артығы елде. Вот такой серьезный вопрос. Да. Угу. Тут это вопрос, прежде всего, спасибо за вопрос, во-первых, да. Во-вторых, конечно, вот правильно вот слушатель отметил, действительно, жизнь в Арктике очень сложная сегодня. В том числе, я уже говорил, в условиях пандемии и так далее. Но выделение арктических районов отдельно помогает оказывать им адресную помощь. Понимаете? Угу. Направленную. Да, непосредственно жителей. Финансовые средства направляются именно в эти районы. Если, допустим, такого не было, они могли по всей стране быть эти распылены и так далее. Это первое. Второе. Без государственной поддержки вот арктические районы, вот жители Арктики не смогут выжить, естественно. Угу. Поэтому, конечно, нужна адресная помощь. И надо тут отметить, что не может быть у нас сравнение арктического района с центральными районами, да? Да. Где есть инфраструктура хорошая, и дороги есть. А в нашем случае в Арктике, в нашем доме, очень сложно с этим все. Да, транспортная доступность только круглосуточно, круглогодично летает только самолет. Угу. А все остальное время нет связи. Или они не только, допустим, транспорт доступны, недоступны, да? Угу. Они также еще электроэнергии, система, вот российская система электрические сети тоже до туда не доходят. Угу. То есть они отрезаны совершенно от другой России, других регионов, наших центральных улусов. Почти другой мир, да. Да. Антон Николаевич, если говорить об Арктике, о наших северных территориях, то закон о территориях традиционного природопользования, ТТП так называемый, в котором вы принимали участие как создатель, как соавтор этого закона, он защитил наши территории от продаж, от
от того же дальневосточного гектара, в этом очень большая, большая поддержка. Эти территории традиционного природопользования, они защищены. Это был очень своевременный и очень нужный закон. Дело в том, что здесь я с вами согласен, Якутия наша, и чисто исторически хочу сказать, что в следующем году отмечаем столетие образования нашей Якутской автономной социалистической республики, всегда ставила вопросы защиты вот нашей территории. Возьмите, 30% территории Якутии особо охраняемые территории. Угу. Тоже не подлежат купле-продаже. Территории традиционного предопользования народов Севера. Это тоже практически чуть ли не половина нашей республики. Сегодня выведены из гражданского оборота. Как вы правильно отметили, их невозможно ни купить, ни продать. Они остаются в этом. А все остальные территории Якутии подлежат распродаже по дальневосточному гектару и так далее, по конкурсам и так далее. Но это требование времени, от этого никуда не уйти. Но я считаю, что мы должны какую-то часть наших территорий сохранить, чтобы там наши народы, коренные народы, развивали свою культуру, не забывали свой язык и так далее, потому что именно вот эта деятельность оленеводством, рыболовством, охотой, ну и другими там животноводством, это основа нашей культуры, и угу. без этого никак нельзя. Истинными хранителями земли, традиций, культуры, да. языка являются именно... Люди, которые работают на земле, которые на живут... своей земле. Угу. Ну, я благодарю вас за такие нужные, своевременные законы, за работу вашу долголетнюю, многолетнюю, на благо именно защиты, правовой защиты коренных малочисленных народов Севера и вообще народов Якутии. Думаю, что у вас и в будущем есть свои какие-то планы, да? Нет, спасибо. Но о планах пока только думаю. Звонок. Ой, извиняюсь. Антон Николаевич, я думаю, что у вас в ближайшем будущем защита докторской диссертации, выпуск еще больших студентов. Я желаю вам, конечно, успеха, процветания, чтобы ваш опыт и компетентность не остались просто так. Уважаемые радиослушатели и телезрители, сегодня на студии был заслуженный юрист Республики Саха-Якутия, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой арктического права Анатолий Николаевич Слепцов. Спасибо за ваше участие. До следующих встреч в эфире. Ритмен Боривар Мудакрап, Аичи Билде, Дилейский, Бакалдамистала. Аймака.